К другим темам. Казахстанское топливо скоро будет соответствовать стандартам качества Евро-5. Об этом рассказали представители компании «Казмунайгаз». Они обсуждали в Астане вопросы производства и улучшения качества. Модернизация 3 казахстанских НПЗ уже идет полным ходом. Это позволит горючему соответствовать высоким техническим стандартам. За круглым столом собрались представители группы компаний акционерного общества «Казмунайгаз», казахстанские дилеры, автопроизводители, перевозчики, руководители НПЗ и сотрудники сектора технического регулирования и метрологии. Главный вопрос – сквозной контроль и современные технологии в обеспечении чистоты топлива. При наличии ассортимента казахстанцы на подсознательном уровне считают, что качество нашего продукта хуже импортного. Однако это не так. В условиях жесткой конкуренции на сегодняшний момент с российскими, китайскими поставщиками отечественные производители проигрывают сегодня в умении отстоять свой авторитет и честное имя наших брендов. В массовом сознании на сегодняшний момент сохраняется устойчивый стереотип о том, что отечественное казахстанское всегда хуже импортного. Хотя на деле это не всегда так. С приходом новых автомобилей на рынок главный вопрос для производителей и поставщиков топлива – это качество бензина. Ведь современные двигатели более капризны и нуждаются в чистейшем продукте. Поэтому в сети автозаправок «Казмунайгаз» по всей республике ежедневно берется до 300 проб с горючего. Доля выявления фактов поступления в сеть «Казмунайгаза» некондиционного топлива, она составляет примерно 0,1%. От 0,1 до 0,5%. Это очень низкий показатель. И с каждым годом мы отмечаем на протяжении 6 лет, мы отмечаем снижение вот данного показателя. Эксперты отмечают, что главный критик качества топлива – это потребитель. За последние годы количество постоянных клиентов только растет. Поэтому для руководства компании работа по улучшению качества продукта в приоритете. Илья Рыбин, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Астана.